Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders. Помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью лидогенерации в LinkedIn. С чего начать лидогенерацию крупных контрактов в LinkedIn и как все сразу не испортить? Очень классный вопрос, спасибо. Значит, при лидогенерации крупных контрактов существует три основных контрольных пункта, где все может пойти не так. То есть, условно, если вы зафакапили одну из этих позиций, все остальные, как бы идеально они не были, общий результат будет близок к нулю или даже отрицательным. Этих позиций всего три. Первое – это правильно определенная целевая аудитория. То есть вы должны знать, почему вы идете именно к этим людям, почему ваша история, ваша экспертиза будет нужна именно им и именно сейчас или в ближайшее время. Если вы приходите к людям, которым ваша история не нужна и ваша экспертиза не нужна, они говорят, ну, как бы да, может быть, когда-нибудь. У вас конверсии будет ниже. То есть тонкость в лидогенерации, я бы даже сказал, один из самых больших секретов, это не бежать ко всем подряд, а сфокусироваться и прийти именно к тем, кому нужно. Многие говорят, нет клиентов, мало клиентов. Ребята, в LinkedIn 750 миллионов активных профилей. Из них 10%, по данным самого LinkedIn, это IT decision makers, то есть это люди, у которых есть бюджеты на IT и которые принимают решения. Вам 75 миллионов потенциальных клиентов мало? Вы хоть справьтесь хотя бы там с тысячей из них, да, и уже у вас будет очень крутой, серьезный бизнес, да. Все вам не нужны. Вам задача вот этой ловушки возможностей, когда можно бежать и туда, вот это выбраться из ловушки возможностей и сфокусироваться на том, что вы делаете лучше всего. И это даст вам сразу, выделит вас из всей толпы разработчиков, других конкурентных компаний, других конкурентных предложений, и вы четко сфокусированно будете работать с теми, с кем надо. Первое – определение правильной целевой аудитории. Второй момент – это оптимизация профиля. Потому что даже если у вас есть правильная целевая аудитория, вы идете к ней, и у вас как бы есть правильные для них предложения, интересные, ценные, эта целевая аудитория может не понимать, что вы это действительно наиболее подходящий поставщик. Поэтому ваше ценностное предложение должно быть отражено в профиле, в тайтле, в дескрипшене, в рекомендациях, в том контенте, который вы постите. Это все должно подтверждать вашу экспертизу. Это вторая очень важная точка. И третья важная точка – это стратегия лидогенерации. Условно говоря, простыми словами, что вы им пишете, как часто и как вы их привлекаете на встречи. То есть как вы их, это именно привлекаете, вы их не вынуждаете, вы как бы делаете так, чтобы им было интересно с вами встретиться. Правильно? Поэтому смотрите, как сразу все не испортить. Первое – выбрать правильную целевую аудиторию. Второе – оптимизировать профиль. Потому что без оптимизированного профиля не работает. Да. И третье – выбрать правильную стратегию лидогенерации. Какие сообщения писать, как часто, как отвечать на них и как доводить их уже до созвонов. Вот, в принципе, и все на самом деле. То есть оно как бы кажется легко сформулировать, легко донести, сделать, конечно, гораздо сложнее. Если у вас возникают вопросы, связанные с тем, как вам построить лидогенерацию крупных контрактов с помощью LinkedIn, как не испортить? Особенно это важно для тех, кто уже пробовал это делать и у кого не получилось. У нас все больше и больше приходит сейчас ребят, которые говорят, Дмитрий, да мы год пробовали, у меня 5 человек занималось лидгеном, 10 человек занималось лидгеном, никаких результатов. Ну то есть окупаемость ноль. Что не так? И мы начинаем раскладывать весь процесс, и сразу понятно, где были узкие места. Потому что люди не знали, кто им нужен, зачем они им нужны их своим лидам, да, то есть вот эта вот цепочка из этих трех контактов просто, из трех точек просто была нарушена, и в итоге эффективность была равна нулю, да, ну или даже была отрицательной. Поэтому здесь все четко, здесь все понятно. Если вы хотите, чтобы разобраться в этой истории более глубоко, понять, как построить лидогенерацию крупных клиентов для контрактов в LinkedIn, внизу в описании будет ссылочка на форму, где вы можете заполнить, описать свою ситуацию, ответить на несколько стандартных вопросов, для того, чтобы мы могли понимать вообще, где вы находитесь, какие у вас цели и задачи, к чему вообще вы стремитесь. Потом выберите время на бесплатную 30-минутную консультацию с нашей командой лидогенераторов. Ребята изучат вашу ситуацию,
ваш, ну, где вы находитесь, куда хотите, и предложит некие рекомендации, что делать дальше. Дальше вы сами решите. Хотите, делайте сами, хотите, делайте с нами, хотите, делайте с кем угодно. Не суть важно. У вас будет четкое понимание, куда бежать и что делать. И это, если сделано правильно, позволит вам понимать, сколько в вашем бизнесе будет денег в следующем месяце, в следующем квартале, в следующем году. Бизнес будет прогнозируем. И это, наверное, одно из самых ценных того, что дает, в принципе, лидогенерация. Не просто кто пришел с темой работы. Нет, вы планируете свой бизнес, вы понимаете, ну, как бы вы управляете этой воронкой. В этом лидогенерация сильна. Поэтому желаю вам крупных контрактов. Регистрируйтесь внизу в форме для бронировки встреч. Вот, и выводите свой бизнес на новый уровень. До встречи.